Ну, если что-то вспомню, еще добавлю. Больше вроде ничего и сказать-то. Схема действительно простая и надежная. Вот, значит, это ток синий. И желтый напряжением. Напряжение сейчас меняется, значит, от 2,5 вольт до 4,2 по амплитуде. Ну, туда-сюда, если то от 5, от пика до пика, до 8. Ну и ток, соответственно, меняется от 3,3 где-то до 5,5 милливольт. То есть 500 милливольт – это где-то 0,5 ампера максимальный ток на резисторе 1 Ом. Ну, понятно, что они совмещены токи по напряжению, потому что резонанс. Чисто активная нагрузка. На активной нагрузке ток с напряжением по фазе совпадает. Если смотреть, значит, напряжение по отношению к свободным концам, они будут сдвинуты на 90 градусов.